Здравствуйте, сегодня мы на стадионе Петродолинская. Сегодня мы будем смотреть игру ФКП «Галс». Судья дает свисток. Пошла первая минута. Максим наконечно возле мяча. Подача. Опасного нет. Гол! Бэф Сергей открывает счет 1-0. Празднует ФКП, забитый гол на первой минуте. Макаров с мячом. Под удар. Закидывает на Бернацкого. Удар по воротам. Билан Олег. Удар по воротам. Николайчук, подача. Сержант. Наконечный Максим. Обед на Билана. И... Билан Олег! Суп! Руки! Там были руки. На кого? Макаров промазал. Отличный Максим. Меня не бьет Билан Олег. Удар по воротам. Гол! Это гол. Мастер Олег забил гол. ФКП празднует гол Билана Олега. Видимо, Родника ржет. Билана Олега. Олег. Удар по воротам. Дает на Некли. Некли. Некли на ваших экранах. Игрок Галса возле мяча. Пробивает. Зуев тач. Подача на Николайчука. Николайчук головой. Красиво. Свисточек, перерыв. И так звучит свисток, второй тайм. Бевс забивает. Бевс оформляет дубль. Надо было еще 3-0. Макаров. Удар по воротам. Подача на Бевса. Бевс оформляет хитрик. Счет на табло 4-0. Олег. Олег оформляет дубль. Билан удар по воротам. Сержант немножко устал. Поляков. Удар по воротам. И подача. Бьет по воротам. Гол. Счет на табло 5-0. Пас Николайчук, удар по воротам. Вратарь уже вернулся. Все, свисток, закончился второй тайм. Поздравляем ФКП с победой. Спасибо всем игрокам ФКП за игру. Очень хорошую показали игру, и защита, и нападение. Очень хорошо сыграли, особенно в защите хорошо сыграли, не пропустили на ноль. Особенную благодарность хочется выразить нашему спонсору Котику Андрею Васильевичу, который неоднократно нам уже помогал и сегодня нам помог в футболе. Большое огромное спасибо ему. В целом сыграли хорошо, по таблице идем плоховато, конечно, по сравнению с прошлым сезоном, но мы будем бороться. Все.